Здравствуйте, мальчики и девочки. Хочу вам показать весьма такую любопытную вещь в программе БАДУ, программе для знакомства. На самом деле против этой программы я ничего не имею. Я встретил когда-то здесь самую большую свою любовь, и за это спасибо этой программе. Но мне интересно кое-что другое. Посмотрите, это девушки из категории, получается, 18 до 25, или сколько там, я же не помню, я выставил. Вот, те, что находятся в Сургуте. Вот, Валерия, 25. Эльвира, Яна Каширина. Не прогрузилась до конца, правда. Вот еще тут кто-то. Вот еще. Вот смотрите, вот, насколько прекрасные женщины. Вот, да, вот, качество фотографий там. Сами девушки, вот жизнь без, там, без чего-то. Ну, вот просто прелесть. Вот офигенно вообще. Как бы. Я на самом деле даже не знаю, что тут можно добавить. Тут, ну, тут прекрасно, просто все. Вот. Это Сургут. Вот. Просто офигенно. Вот. Посмотрим, что тут. Красивое, доброе, иногда сильное. Разряд очень злюсь, ласка, бла-бла-бла. Очень много трёпа, вот. А теперь сделаем небольшую магию, волшебство, скажем так. Берем и меняем город, соответственно, на какой-нибудь другой. Вот. На мою вторую родину, скажем так. Вот. Ставим Санкт-Петербург. Вот. Ленинградская область. Смотрим. И вуаля! Виктория 24, Ксения 21, Екатерина, Елена, Ольга, еще одна Катя. Ну, вот обратите внимание, тут, ну, фактически все достаточно такой, ну, не считая вот этой тетеньки, это карлик, не будем смеяться, но всем очень такой мощной модельной внешности, вот, силиконовой грудью там и тому подобное, то есть, и хочу заметить, что, ну, много лет назад, как бы, знаете, сургутские женщины были, мягко говоря, ну, посимпатичны. То есть у меня какое объяснение вообще вот этому явлению, что, ну да, как же еще сделать так, чтобы на тебя обратили внимание, Вика? Вот, что все такие самые сочные женщины, одна половина, получается, уехали на футбик, а вторая половина уехала поднимать российский генофонд с представителями нероссийских национальностей. Вот, вот видите, какая прелесть, вот какая кардинальная разница. Вообще, вот, я в этом плане обожаю летние фото. Просто прелесть. Вот, так что, собственно, все отлично. Это, пожалуй, единственное, что я хотел показать. Я еще, знаете, не пробовал там зайти в какой-нибудь Йошкар-Олу и тому подобное, но ситуация с Сургутом меня весьма удручает, потому что все-таки, как бы, я этот город откровенно ненавидел и ненавидел и их, этих ебанутых женщин, да, то есть все очень плохо. Ну, просто ужасно. И вся ирония заключается в том, что непосредственно, несмотря, ну, на такую вот прям самую прекрасную внешность на свете, там, интеллектуальные параметры, да, вот, все что угодно, то есть, если у вас в профиле нету фотографии, где вы в машине, да, вот, вы можете обратить внимание, что у меня такой фотографии нет, у меня тут одни коты, бомжи и тому подобное, то есть какими бы внешними данными умственными вы не обладали, вы нахуй никому в Сургуте из баб не сдались. То есть, нет, я не хочу говорить, что все свелось к какой-то меркантильности и тому подобное, но, чуваки, вот если это видео дойдет до вас, да, вот из Сургута, как бы, мой вам совет, серьезно, пишите другим девушкам с других городов, либо приезжим, потому что, ну, как, вот как это мне попробовать объяснить? То есть, вот непосредственно это сейчас была питерская девушка, да, вот она закончила. Сейчас вот пошли сургутские. Вот смотрите, какие замечательные мудмазель. То есть, и плюс ко всему, вот если вы попробуете им написать, они вас пошлют нахуй.
потому что чувствую их не собственное величие, она летает где-то, знаете, на орбите Плутона, так что вот на этом, в принципе, можно, наверное, и закончить.